Всем привет! Ксения, компания Кировто. Как вы видите, мы находимся на стоянке. У нас свежий привоз, который мы вам обязательно покажем. Если кто-то увидел свой автомобиль, обязательно нам напишите об этом. И если кто-то хочет в более подробном обзоре, чтобы мы что-то показали, тоже пишите. А теперь начнем. Honda Freed Spike, машина 2014 года, оценка 3,5 балла, объем двигателя 1,5 литра, передний привод, пробег 64 тысячи километров, цена 1 136 000, отправляется в Свердловскую область. Ну и следующий автомобиль у нас Toyota Rumi, машина 2018 года, оценка 4 балла, объем двигателя 1 литр, передний привод, пробег 60 тысяч километров, цена 1 219 000. Отправляется у нас этот автомобиль в Краснодарский край, пришел на таком симпатичном обвесе моделиста и прикольном литье. Обязательно его покажи. Suzuki Wagon R, машина 2020 года, оценка 4 балла, объем двигателя 0,7, передний привод, пробег 10 тысяч километров, цена 754 тысячи, отправляется в город Москва. Honda Fit, машина 2011 года, оценка 3,5 балла, объем двигателя 1,3, передний привод, пробег 128 тысяч километров, цена 769 тысяч, отправляется в Барнаул. Volkswagen Passat вариант, машина 2014 года, оценка 4 балла, объем двигателя 1,4, передний привод, пробег у автомобиля 134 тысячи километров, цена 852 тысячи, отправляется в город Челябинск. Volvo V40, машина 2013 года, оценка 4 балла, объем двигателя 1,6, передний привод, пробег 53 тысячи километров, цена 993 тысячи. Отправляется в Московскую область. Toyota Ractis, машина 2011 года, оценка 3,5 балла, объем двигателя 1,3, передний привод, пробег 140 тысяч километров, цена 804 тысячи, отправляется в город Иркутск. Subaru Impreza, машина 2013 года, оценка 4 балла, объем двигателя 1,6, передний привод, пробег 127 тысяч километров, цена 1 010 тысяч, отправляется в Республику Хакасия. Subaru XV, машина 2022 года, оценка 4 балла, объем двигателя 1,6, полный привод, пробег у автомобиля 56 тысяч километров, цена 1 897 тысяч, в город Владивосток. Honda Freed, машина 2009 года, оценка 3,5 балла, объем двигателя 1,5 литра, передний привод, пробег 113 тысяч километров, цена 845 тысяч, отправляется в Республику Кабардино-Балкария. Honda Freed, машина 2009 года, оценка 3,5 балла, объем двигателя 1,5 литра, передний привод, пробег у этого автомобиля, конечно, не маленький, 180 тысяч километров, цена 807 тысяч и отправляется он у нас в Иркутскую область. Ну и на этом наш сегодняшний обзор заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами была Ксения, счастья, здоровья. А также не забудьте пройти в описание и подписаться на Рутуб и ВК-видео. Там мы тоже выкладываем актуальные и полезные новости. Всем пока-пока!